Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Amarkets. В данном видео вы узнаете, что такое партнерский кэшбэк и как его назначить вашим клиентам. Прежде всего, вам необходимо авторизоваться в кабинете партнера. Далее мы заходим в раздел «Инструменты», «Партнерский кэшбэк». В данном разделе вам доступен функционал, позволяющий назначить возврат части партнерского вознаграждения вашим клиентам. С помощью кэшбэка вы с легкостью можете повысить лояльность ваших клиентов, а также повысить торговый оборот. Если вы хотите назначить сразу всем своим клиентам кэшбэк, то в данном разделе необходимо выбрать процент, который вы хотите автоматически отчислять всем вашим клиентам и нажать кнопку «Назначить всем». Внизу в таблице вы увидите всех клиентов, для кого назначен кэшбэк. Дополнительно вы видите, какое партнерское вознаграждение вы получили с каждого конкретного клиента, а также сколько было начислено вашему клиенту. Также в таблице вы можете изменить настройки начисляемого кэшбэка по конкретному клиенту. Нажимаем «Изменить». Далее назначаем нужный нам процент кэшбэка. Спасибо за внимание.